Ну, вот все такое, да. Say my name when I... И так далее. То есть, ну, как бы крутого нету ничего. То есть, понятно, что это лучше, чем там Осборн или какой-нибудь Танкян, но это не круто. Не потешь. Ну, это, говорит, ничего крутого нет. То есть, здесь нет такого, чтобы прям это именно вызывало ржач, да, то есть, не ICZMN, но еще раз говорю, что как это подается, как будто некий турбо-ультра-про-эксперт на максималках по вокалу. Но это вообще не так. Вообще не так. Зелков переоценен стократно. Смотри, Зелков однозначно шарит и слышит, однозначно. То есть с этим как бы никак не поспоришь. То есть да, он тоже безголосик, но он попадает, но это круто. Естественно, он, ну, прям понимает. То есть ты ему сыграешь какой-нибудь аккорд там, и он тебе прям четенько там... То есть все разберет там, где что как. То есть он в этом плане шарит, без вопросов. Безголосие — это, в первую очередь, слух, когда поешь сам. Нет, безголосие — это когда ты не можешь тянуть ноту. То есть, когда ты как бы тянешь ноту, у тебя получается say my name, вот это вот, и так далее. Зачем ты делаешь там антирекламу? Вдруг кто-то со стрима хотел записаться на рок-каллигану? Не, я не делаю. Опять же, смотри, возможно, что он, допустим, шарит в каких-то вещах, то есть в миксы всякие, как это сделать. То есть, и вполне. Я бы, может быть, сам бы, если бы хотел петь, записался бы к нему, я, по-моему, даже спрашивал у него. То есть, я не говорю, что он просто нуб полный. То есть просто вот эта вот подача как будто ультра-турбо-эксперт, который все понимает, там идет на передачу к пушному прослух, типа про... Там, да, это не так. Это абсолютно не так. И все. То есть я вот именно про это говорю. Не говорю, что это какой-то потешный как бы персонаж. То есть он такого ржача, как Левос, не вызывает. Преподы Каллига на Толгове его самого. Тоже может быть, то есть у него может быть просто такой вот собирательный навык, как некий такой этот... Дирижер, да, как обычно, вот, всем ржем с этого. Поэтому не, он нет такого, что прям дикий ржач, но уж точно не эксперт по слуху там и так далее. Даже близко никак.